Вот мы сегодня пришли на мероприятие в Ленинградской студии документальных фильмов, которое организовал Европейский университет в Санкт-Петербурге, а именно просмотр обсуждения фильма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Вы смотрели этот фильм? Да. И как вы его оцениваете? Очень однозначно. А почему он все-таки не любовь, а не любовь? Это хотелось бы выяснить у автора сегодня, этой картины. Действительно, фильм очень неоднозначный, и очень многие люди вкладывают различные интерпретации в него, и всегда интересно узнать авторский все-таки замысел. А как вам кажется, почему вот эти почти все фильмы Звягинцева, они такие без любви, как бы вот такие депрессивные, пессимистические? Ну, как вам сказать? Может быть, он не видит любовь? Не чувствует ее, может, сам не любил никогда. Ну, может быть, это просто у него любовь такая, она присутствует просто. Она в какой-то странной, изощренной форме. А какой бы вы фильм хотели увидеть от Андрея Звягинцева? Посоветовали бы ему снять? О чем? Я, честно говоря, я не советчик в этом плане. Ну, все-таки, вот о чем бы вы хотели посмотреть фильм хороший, от хорошего режиссера? Мне нравится то, что он снимает о России, мне это интересно, эта линия. Я бы хотела увидеть дальше это продолжение этой линии. Вот мы сегодня пришли на мероприятие, да, чтобы посмотреть, обсудить фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Да. Вот вы смотрели этот фильм? Нет, я не смотрели. Нет. Но вот Звягинцева некоторые сравнивают с Тарковским. Вы как считаете, такое сравнение допустимо? Вы знаете, я не могу себя отнести к каким-то таким глубоким знатокам кино. И, соответственно, не могу утверждать или согласиться с вами в этом. Но то, что это интересный режиссер. И поэтому я вот пришла. Для меня он очень интересен. А какие фильмы вы смотрели его? Ну, «Возвращение». И все? Елена. Елена, да. Смотрели, да? То есть вот его известные фильмы, и мне кажется, что он очень интересный человек. «Нелюбовь» не смотрела. Скажите, пожалуйста, а вот как вы считаете, все-таки кино, современное кино, каким оно должно быть? Таким вот артхаусным, ну, для избранного круга знатоков, любителей, или все-таки каким-то динамичным, ну, кино, скажем так, для всех? Вы знаете, я не знаю. Я не люблю, когда для всех. Ну, кассы артхаусные не собирают, не окупаются, денег на такое кино не найти. Я не люблю, как бы, для всех. Я не хожу вот в синема, там, парки и так далее. Вот я вас узнал, вы из Европейского университета. Сегодня здесь мы будем обсуждать фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Вот вы смотрели этот фильм? Да. Ну и как вы оцениваете его? Ну, я считаю, что его ранние работы лучше, чем этот фильм. Мне лично больше нравятся ранние работы, но я с удовольствием пересмотрю еще раз. Я с вами согласен. А вот как вы относитесь к тому, что вот Андрея Звягинцева сравнивают с Андреем с Андреем Тарковским? Ну, слушайте, мне кажется, какие-то переклички всегда можно найти, но все равно каждый режиссер индивидуален, и сравнение, мне кажется, не совсем уместно в целом сравнивать две личности. Ну, он вроде бы как называл себя учеником Тарковского. Ну, он, безусловно, может как бы себя ассоциировать и как-то сравнивать, его право вполне, но я бы лично не стала, в принципе, пытаться сравнить двух хороших режиссеров. Ну вот он уже снял 4 фильма. Вот почему при всем наличии возможностей, такой распиаренности, он никак не может создать шедевр, ну, какой-то хит, который, в общем-то, смотрели бы и смотрели, и смотрели? Ну, мне кажется, это очень сейчас относительное понятие хита. То, что как бы мы называем такой массовой культурой, которую смотрит большинство. Я думаю, что он работает немножко в другом жанре, немножко на другую аудиторию. Я не уверена, что у него есть цель снять фильм для всех, прям вот для большой массовой аудитории. Он работает на свою. Ну, я, например, фильм там «Солярис» посмотрел 100 раз, фильм «Сталкер» посмотрел 101 раз, а вот «Елена», скажем, один. И больше как-то не хочется. Ну, я не скажу, я фильм «Возвращение», мне кажется, смотрела как минимум 2 раза. «Возвращение» тоже 2 смотрел. Так что это очень индивидуально. Кто-то не смотрел ни разу «Солярис», к сожалению, для зрителей, но... Не знаю, очень это восприятие. А как вам вообще кажется, вот такое авторское кино, оно умирает?
Нет, я думаю, что оно не умирает точно, оно определенно имеет свою аудиторию, и эти люди будут его смотреть. Просто это всегда, скорее всего, будет не массовая история, мне кажется. Вот вы пришли на обсуждение фильма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, да? Вы смотрели этот фильм? Да, до этого. И как вы его оцениваете? Фильм, конечно, тяжелый, но вот поэтому иду пересмотреть, чтобы какие-то получить, возможно, новые впечатления, потому что сразу впечатления были неоднозначные. Но в целом фильм, конечно, мне понравился. А как вы относитесь к тому, что фильмы Андрея Звягинцева не имеют такого кассового успеха и пока не получили никаких особых там призов больших на Каннского фестиваля? В целом меня это не удивляет, потому что, мне кажется, для широкого зрителя фильмы может быть сложновато. Это, конечно, не очень хорошо, и жаль, что до широкого зрителя они не доходят, но, к сожалению, такова реальность сейчас, что для всех эти работы интересны. А какой фильм из всех фильмов Андрея Звягинцева вам больше всего нравится? Знаете, наверное, «Елена». Вот вы смотрели фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, да? И как он вам нравится, не нравится? Мне понравился. Но он, конечно, тяжелый. И в этом есть, как бы, именно, наверное, его такой шарм, да, и даже не то, что шарм, он затрагивает такие важные темы, которые, я считаю, необходимо поднимать, в том числе в кинематографе. В последнее время, особенно учитывая на фоне большого количества развлекательных лент, это, наверное, важно, это такая редкая лента, поэтому это очень хорошо. Ну вот Звягинцев этим фильмом, в частности, наверное, может быть, утверждает, что не любовь правит миром. А как вы считаете, что правит миром? Знаете, я не уверен, что смысл фильма в этом. Ну, как мне показалось, да? Как раз, наверное, больше вот такой вот депрессивной и мрачной обстановки как раз показано, что, наверное, любовь как раз очень важна. И если уж, наверное, мне но кажется, что это одно из самых главных. Ее в фильме нет. И поэтому как раз и фильм в итоге такой тяжелый, мрачный, да, и создается. Ну, по-моему, создается очень явное впечатление, что как раз чего-то очень сильно не хватает. Ну, вы заметили, что во всех фильмах отсутствует любовь. Практически. Во всех фильмах Звягинцев любовь отсутствует, как будто бы он ее не чувствует и не может вообще показать. Или вообще отрицает ее наличие. Либо он показывает, что без нее как раз, потому что все фильмы довольно тяжелые. Как все раз это и является вот этим элементом, да, который все время выпадает, и если он выпадает, то что-то идет не так, то механизм ломается, и без него невозможно существовать. Вот, мне кажется, так. А какой, по-вашему, основной закон существования людей на Земле? Мне кажется, основной закон существования... Вы имеете в виду людей, близких друг к другу? Или вообще социума? Вообще, да, социума. Вообще. Ну, социума, если говорить социума, да, то это, наверное, взаимное уважение. Особенно там на фоне того, что сейчас происходит. А если говорить близких людей, то это, конечно, любовь. Вот. Ну и без уважения тоже, опять же, никуда. Мне кажется, так. Вот вы пришли на фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, да? Скажите, пожалуйста, вы смотрели этот фильм? Как вы его для себя оценили? Я сначала настраивался, нет, не смотрел, потом купил билет, но не попал в кино. Это было в 2017 году, я за 3 часа до сеанса пошел на Марсово поле, меня задержала полиция, так что у меня остался билет на память. А другие фильмы вы смотрели Андрея Звягинцева? Да. И какой вам больше всего понравился? Ну, мне нравится вообще, на самом деле, стиль, да, то есть человек, который рассказывает о том, что знания умножают печать. То есть «Левиафан», «Елена», «Возвращение». То есть, в принципе, вот как они только появились, это был свой язык, человек рассказывает на своем языке о том, что он видит вокруг себя. А как вам кажется, почему все эти фильмы, они такие депрессивные, пессимистические, в них отсутствует любовь? И вот этот последний фильм «Нелюбовь» как бы объединяет их всем, что во всех этих фильмах не любовь. Знания умножают печаль. Нет, на самом деле как раз любовь там присутствует, я думаю, максимально.
Просто когда ты знаешь, что такое любовь, тебе проще, вернее, если ты знаешь, что такое не любовь и любовь, то тебе проще найти в них различия, да? Если ты знаешь только одно что-то, ты не поймешь Звягинцева. Ну, возможно, те люди, которые смотрят его фильмы, знают, что такое любовь, видят ее отсутствие именно за счет того, что если ты знаешь, что такое радость, ты знаешь, что такое горе. Если ты не знаешь горя, ты не знаешь радости. Эти вещи между собой переплетаются, поэтому как раз Звягинцев интересен тем людям, которые знают противоположности. То, что он показывает тем людям, которые знают и обратную сторону. Как раз они знают, что такое любовь, и что любовь существует, и что ее много. И вот когда любви не хватает, человек испытывает какие-то ощущения боли, да, нехватки чего-то. Ну вот, в частности, вы помните, Данте говорил, что любовь, что правит миром, да? Да. А как вы считаете, вот как, по вашему мнению, каков основной закон существования людей? Людей мира. Или реальности? Ну, наверное, можно объединить мира всей, так сказать. Но существование людей – это чудо. Существование реальности – реальность мертва. Мы живем в мертвом мире. Ну, а закон существования, вот благодаря чему мы существуем, как бы взаимодействуем, продолжаемся? Ну, с моей точки зрения, красота вечна, а я смертен. Существует разрыв, который у меня вызывает экзистенциальную боль. Да? Я существую, потому что я творение, то есть я являюсь чудом. Я мог не состояться, то есть я мог не родиться. Да? У Мираба Мамардашвили есть понятие второго рождения. Первое рождение – это от родителей, второе рождение – человек или родится, или не родится. То есть, когда ты рождаешься второй раз, ты понимаешь, что смысла в жизни не существует, твое рождение является чудом. Вы действительно считаете, что смысла жизни не существует? Да, конечно. Смысла жизни не существует. Мы находимся в состоянии, вот я говорю, в состоянии чуда. Каждый из нас является чудом. Вчера Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус пандемией. Вот вы не боитесь коронавируса? Это мысль о том, боюсь ли я смерти. Да, да? Боитесь. На сегодняшний день коронавирус объясняется, вернее, представляется людям как какая-то быстрая смерть. Да? То есть вот ты живешь, ничего, у тебя все расписано, более-менее понятная жизнь, завтра ты умираешь. То есть пугает как раз завтрашняя смерть. Когда ты, в общем-то, не готов умирать. Ну, вы боитесь смерти? Вы готовы? Нет. Я вот как раз, так как моя жизнь является чудом, я все время помню о смерти. Я готов к смерти каждую минуту. При этом у меня есть такой афоризм: избегай смерти, но не бегай от нее. Ну, по-моему, Сократ говорил, что вообще философ всю жизнь только тем и занимается, что готовится к смерти. Ну, по идее, да, потому что все равно я знаю, что я смертен. Да, я не могу жить бесконечно. Я знаю, что после меня останется жизнь очень интересная, которую я хотел бы тоже увидеть. Но этого не произойдет. После меня останется красота, которая никуда не денется. После меня останется мир, который полон радости, который я лишусь в момент смерти. А вы верите или не верите в то, что за гранью смерти жизнь продолжается? Нет, нет. Я умру насовсем. То есть вот в этом моя, в том числе, печаль, что я знаю, да, что жизнь не вечна. То есть не будет для вас ничего не будет? Для меня уже все закончится, да. Но откуда такая уверенность? Ведь никто оттуда не возвращался. Есть понятие бритва Аккама. Да, не нужно умножать сущности без необходимости. Ну, тот же Платон верил, утверждал, вот Сократ. С моей точки зрения, смерти души. Не нужно умножать сущности без необходимости. Не нужно придумывать вечную жизнь для конечного существа. Ну, получается, что наоборот, если следовать древним мифам, то как раз это постулируется, утверждается, а вы отрицаете этот постулат.
тот же Платон. Вспомните, Платон и Пир, да? И он уже утверждает, что душа существует, вечная жизнь существует. А вы отрицаете. Тоже можете это утверждать. А вы отрицаете. Хорошо, откуда Платон это знает? В том-то все и дело. Откуда вы знаете, что после смерти жизни нет? Я не знаю. Я говорю, что я отсекаю лишнее. Мне не нужно сложных объяснений происхождения человека и его смерти. То есть я верю в смерть. То есть вы верите, потому что хотите верить, что это так? Я не знаю другого. Мне зачем выдумывать какой-то новый мир? Ну, другие выдумывают, им так легче жить. Они верят, им так легче жить, это оптимизирует их. Если стремиться к легкости жизни, то ты не поймешь каких-то других ее качеств, остроты этой жизни. Легкость не предполагает яркости. Ну, Достоевский говорил, что если не существует вечной жизни, бессмертия, то вообще вся эта жизнь, ну, делай все, что хочешь. Без Бога нет, и все дозволено. Нет внутреннего закона. А внутренний закон – это, опять же, конечно, моральный закон у нас и звездное небо. Да, совершенно верно. То есть, если ты второй раз родился по Мамардашвили, то ты родился с внутренним законом. Ты не можешь родиться без внутреннего закона, да? То есть ты просто не родишься. А какой закон это для вас? Внутренний закон. Делай, что должно, и будь, что будет. Спасибо. То есть мои представления. Спасибо. Вот вы смотрели фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь»? Да, смотрел. И как вы оцениваете этот фильм? Как он вам? Понравился? Нет? Очень высоко. Высоко, да. Это тот фильм, который как раз можно пересматривать. То самое кино, которое уже потихонечку становится классикой и будет. Вот некоторые сравнивают манеру съемок Звягинцева с Тарковским, нет? Не надо. Еще и Сокурова могут сравнить. Это всегда происходит с новыми самобытными художниками. Это глупость. А вот во всех фильмах Звягинцева как-то вот эта нелюбовь как-то присутствует, а любовь отсутствует. Вы не заметили? Во всех? Это его авторская тема, может. Кто знает. А что, он вот не верит в любовь или не умеет снимать, лучше или не видел ее? Лучше его смотреть. Да, к сожалению, не удастся, видимо. Да. Я смотрю его взгляд на мир. Он мне интересен. Интересно то, как он это рассказывает. Язык кино. А почему его фильмы не пользуются такой бешеной популярностью? Они пользуются. Аудитории разные. Он снимает кино не для миллионов, а не для сотен миллионов, а всего лишь для десятка миллионов. Ну а что делать, если все-таки нужно как-то окупать затраты? Аудитория по миру, это несколько сотен миллионов. Разве этого мало? Вот вы смотрели фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева? Нет, фильм «Нелюбовь» еще не видел. А почему решили посмотреть? Я в Европейском университете учусь, как организовать наши мероприятия. Ну, благодаря Европейскому университету мы здесь и оказались. А вообще, вы какое кино любите? Такое экшен, достаточно быстрое, динамичное, или вот такой артхаус, медленный, депрессивный? Ну, это достаточно сложный вопрос. Несмотря на то, мне кажется, что в современном мире, если вы обладаете плюс-минус разносторонним взглядом на жизнь, то вы можете получить удовольствие от французской новой волны, посмотрев Трюфо, Годара и всех ребят, да? Можете насладиться Тарковским и Бергманом. Но да, смотрим, пересматриваем. Смотрим и пересматриваем, но при этом никто не мешает получить удовольствие от фильмов Марвел. Ну, это просто, вы идете в кино за разными, просто разные цели. Я такие фильмы не смотрю. А мне нравится и то, и то. А вот все-таки какие вам фильмы вы предпочитаете все-таки? Любите? Пересматриваете? Ну, пересматривать, наверное, интереснее глубокое и интересное кино. Любимый ваш режиссер какой? Балабанов. А Тарковского фильма вы смотрели? Солярис, Сталкер? Солярис смотрел, Иваново детство смотрел, Зеркало смотрел, а Сталкера не видел. Советую посмотреть. Красиво, его спасибо. Здесь в том числе показывали новую реставрированную версию. Я уже посмотрел, наверное, 100 и столько-то раз. Да, и смотрю до сих пор с удовольствием. Так, это фильм «Медитация». Я просто, к сожалению, еще роман Стругацких не прочитал. А они никак не почти не связаны. Это два разных почти произведения. Ну, тогда, может быть, стоит из фильма начать. А вот сегодня ВОЗ объявила
коронавирус пандемии. Вы не боитесь коронавируса? Нет, не боюсь. А почему? Ну, потому что, ну, насколько мне известно, говорят, что в большей, там, в группе риска люди, которые более пожилого возраста. То есть я? Возможно. 80 плюс, как бы, считается, но я думаю, вы знаете. Ну, вот сегодня объявили, что 50-летний американский актер, известный, да, Том Хэнкс, с женой заразился на съемках. Да, но я надеюсь, с ним все будет хорошо. А почему вы надеетесь? Ну, потому что смерть человека, болезнь, это всегда не очень хорошие, наверное. А вы боитесь истории. Смерти? А, как сказал Сергей Бодров, о смерти не нужно бояться, о ней нужно помнить. А, я боюсь смерти. Я, наверное, боюсь смерти, да. А вы как верите, в посмертную жизнь или что, что с жизнью все заканчивается? Со смертью? Я думаю, что со смертью все заканчивается. Для вас? Да, конечно. А откуда такая уверенность? Ведь кто, нет, там никто не был. Это правда, нет, уверенности нету никакой. Это просто, ну, вот такое ощущение. Сложившаяся система координат. Просто вера. Одни верят в то, что есть, другие верят в то, что нет. И никаких доказательств ни тот, ни другой не приводит. Это правда. Ну, это скорее на уровне не веры, а ощущений. Хотелось бы, конечно. Но ощущения чтобы... откуда? Вы же там не были. Это правда, но может... Ну, вы знаете, вопрос, на который мне очень трудно дать какой-то развернутый ответ, да? Только ощущения. Ну, а что у меня может быть еще? Как, а вот некоторые люди после состояния клинической смерти, вот я тоже пережил нечто подобное, они реально почувствовали, что смертью все не заканчивается, что есть какое-то продолжение. Ну, это люди, которые вернулись, да, как бы условно говоря? Ну, да. Хотелось бы думать, что это так. Мне бы хотелось думать, что после смерти есть что-то хорошее, что тебя ждет. Может быть, новая жизнь, может быть, там концепция рая, может быть, там действительно что-то происходит, где можно встретиться с своими друзьями, родственниками, кем угодно. Но действительно, пока мы либо не научимся проводить какие-то исследования, да, либо не проведем какие-то... Нет, наверное, такие исследования есть и общаются с этими людьми, но как бы проверить это нам действительно трудно. А какой бы фильм вы хотели бы пожелать снять Андрею Звягинцеву? О чем? Чтобы он снял фильм. Это очень трудный вопрос. Давайте так. Я вам скажу, какая тема интересует меня, да, и, да. И, возможно, о чем бы снял бы или написал бы книгу я. Да. И я бы написал, или либо сосал бы роман, или снял бы книгу про слепых людей. И про их взаимоотношения с людьми зрячими. В частности, я бы хотел увидеть историю о том, как слепой молодой человек или слепая девушка влюбляются и вступают в отношения со зрячим, соответственно. Мужчины, женщины, абсолютно неважно. Ну, есть такие зарисовки, сюжеты такие. Вот, я, к сожалению, не видел. Если вы мне порекомендуете, я бы с удовольствием почитал. Ну, например, «Париж, я люблю тебя», там есть такой эпизод. Я не знаком, но запомню. Спасибо. Спасибо вам. Вот вы смотрели фильм, да, Андрей Звягинцев «Нелюбовь»? Да. И как вы его оцениваете? Ну, это серьезное высказывание об обществе, в общем. Ну, кроме того, нужно иметь в виду все художественные достоинства. Ну, с нашей точки зрения, небольшая проблема Андрея в том, что он ушел от чистого кино в социальное. Но это обещает что-то и в смысле социального кино. А почему все его фильмы не такие не все. Депрессивные? Не все. Ну, почти все. Ну, первые два были притчи. И все в них отсутствует любовь. Там все какая-то вот именно не любовь. Почти во всех фильмах. Нет, ну он чувствует атмосферу, в которой мы живем. Да? Может быть, он не верит в любовь, не может снять. Нет, вы о таких простых вещах. Не может снять любовь, не видит ее. Погодите, давайте я скажу, хорошо? Суть в том, что он как раз стремится к любви, но человек, который стремится к любви, он особенно чувствует ее отсутствие. Поэтому, если он видит вокруг себя отсутствие любви, он ни о чем другом снимать и не может. Если он стремится к любви, если он считает, человек должен жить в любви. Ну, вот об этом и речь. А первые два фильма же притчи. Притчи не бывают веселыми, да, и оптимистичными.
Скажите, пожалуйста, вот какой бы вы хотели увидеть фильм от Андрея Звягинцева? Вот какой бы посоветовали фильм ему снять? Ну, единственное, что он последние фильмы у него были прямыми высказываниями, по большому счету, понятными практически всем. Ему нужно чуть больше загадочек, с моей точки зрения. И тогда это высказывание будет более глубоким. Вот вы посмотрели фильм «Звягинцева не любовь»? Я смотрел, но давно. Uh-huh. Уже как, немножко подзабыл. И как в целом? Какое впечатление произвело? На меня вообще все фильмы Звягинцева производят высокое впечатление. Это очень хороший режиссер. Он очень мне близок. Он показывает жизнь как бы таким своеобразным языком, который редкий режиссер показывает. Как бы изнутри ее. Поэтому мне очень нравится. Ну и, конечно, фильм «Нелюбовь» в том числе. Много. А вы все фильмы смотрели? Многие я смотрел, может, не все. А какой бы фильм вы от него хотели бы посмотреть? О чем? Чтобы он снял фильм? Ну, о чем? Вот сейчас очень такая обстановка у нас в стране, на мой взгляд, ненормальная. Люди сильно разделились. И как бы на этой почве происходят, в общем-то, большие внутренние такие переживания. Вот, по крайней мере, у моего круга общения, интеллигенции, я думаю, совершенно другое отношение к нашему общему миру, в котором мы живем, чем у людей, которые, допустим, ну, из другого среды общения, понимаете? И вот как вот это одно с другим породнить, вот это общество. Вот на эту тему хочу-то снять, было бы неплохо. И показать вот это разное отношение вот людей к тому, что происходит у нас в стране. Вот вы смотрели фильм «Звягинцева не любовь»? Нет, не смотрела. А какие фильмы смотрели? А «Левиафан» — это его фильм? Да. Смотрела. И как вам? Мне понравился, я вообще люблю такой русский артхаус. А какой фильм бы вы хотели посмотреть, о чем, чтобы вот снял Андрей Звягинцев? Я вообще люблю даже не столько, чтобы была развернута сюжетная линия, сколько мне нравится, когда раскрывается характер героя. В принципе, у него это всегда удается. Поэтому сюжет мне не столько важен, сколько его режиссерский талант в плане раскрытия характера. Мне больше интересен внутренний мир человека. А почему у него фильмы все такие пессимистические, депрессивные, без любви какой-то? Вот? Я думаю, что эта сторона жизни, она присутствует. В нашей стране есть такие места, в которых он снимает, и, соответственно, есть люди, которые живут именно так. Я думаю, что даже не всем дано испытать чувство любви. И эта сторона жизни тоже должна отражаться. Ну, видимо, он так видит, он так чувствует, и это имеет место быть. А как вам кажется, все-таки вот не любовь правит миром или любовь? Конечно, любовь. Любовь. Это как бы вот основной закон существования людей. Данте об этом говорил. Любовь, что движет мир, миром и светилом. Я согласна. Вы считаете так? Просто у всего должен быть антагонист. Не познать Бога, если нет дьявола, да, должно быть противопоставление. И, видимо, не любовь, она дает возможность как раз оценить силу любви и ее возможности. Поэтому... А как вам кажется, если провести краудфандинг на вот новый фильм, какой-нибудь новый фильм, задумку за Андрея Звягинцева, собрали бы деньги народ на такой фильм? Смотря какая сумма. Есть, конечно. Ну, на фильм это полноценная должна быть сумма, на хороший фильм. Не знаю, какие там бюджеты. Ну, народ бы собрался, скинулся бы на фильм Звягинцева. Сейчас все решает, наверное, продакшн, поэтому где это рекламировать, где собирать, может быть, площадка. Ну, просто краудфандинг такой. Вот реклама. Кто сколько хочет пожертвовать на новый фильм Андрея Звягинцева? Собрали бы денег? Честно говоря, не знаю. Не знаю. И вот за этот год ты сидишь за столом, у тебя есть локации, отобранные объекты, у тебя есть декорации, у тебя есть план декорации, ты знаешь, какие расстояния между там, оконными рамами или... Вот мы сейчас посмотрели фильм, да, и как бы послушали режиссера Андрея Звягинцева. Вот у вас какое впечатление вообще?
Это очень сложный вопрос, что такое общее впечатление. Ну, вот кажется, у человека так много возможностей. Раскрученность, пиар, да. Имя. Вот что мешает ему создать шедевр общепринятый? То есть общепризнанный. Вы хотите, почему Звягинцев не снимает, как Тарантино? Почему? Да, условно, нет, пускай он снимает, как он снимает. Да. Но такое произведение, которое бы, ну, действительно стало шедевром, общепризнанным шедевром. Не очень понимаю. Да, не, на самом деле это как сказать, почему какой-нибудь условный Киркегор не написал чего-то, что было бы популярно, как Антон Балчев. То есть у каждого свой путь. У Звягинцева такой художественный язык. Он не рассчитывает на массы. Ему неинтересно снимать кино, которое станет популярным у всех. Он не делает финалы, которые будут всем интересны. Да, собственно, он разговаривает больше сам с собой, чем со зрителем. Ему зритель постольку поскольку. Но есть зритель, хорошо. В общем, по сути, он общается с собой. То есть он снимает для себя. Он решает свои проблемы, да, он разбирается в себе, он пытается разобраться, что творится в окружающем мире для него. А, в общем, то, что он, ну, со зрителем как-то он играет там с помощью. Там, картинку он слова не любит, да, там с помощью изображений, но по сути, в общем, это его высказывание для самого себя, чтобы познать самого себя. Ну, то есть это такой артхаус. Это артхаус, да, в общем, это, ну, артхаус, который в силу своей актуальности все-таки вышел чуть-чуть из подвалов, да, и чуть-чуть, наверное, повыше уровнем такой народной любви, все-таки какой-то уровень народной любви есть, но до голливудских блокбастеров очень далеко и никогда не будет. Ну, да? Не будем сравнивать с Голливудом, ну, мы неважно, все-таки, да, в России. А вот если сравнить, скажем, с общепризнанностью Тарковского... Вот некоторые сравнивают Звягинцева, Тарковского, Сокурова. Ну, наверное, да, наверное, в общем, линейка, наверное, правильная. В общем, и Сокуров с Тарковским ровно так же. Это фильмы, которые не ориентированы на то, чтобы люди их оценили и людям это понравилось. Да, и у Звягинцева ровно та же самая ситуация. В общем, нравится хорошо. Вот они, если бы они были совсем художниками, он человек пишет для себя, а людям еще и нравится. Ну, хорошо, что людям нравится, но пишет он для себя. У вас нет ощущения, что этот фильм можно было на треть как бы сократить? Это, опять же, не можно было бы на треть. Даже можно было бы сделать короткометражку, но это было бы не Звягинцев. Да? То есть... По сути, то же самое можно. Все вот хочется с картинами, да, сравнивать. Можно там. Рубинс тоже мог бы писать как-то легкой кистью, там, быстренько и набросками. Что там, все понятно. Но это был бы не Рубинс, это был бы уже там Пикассо, условно. Вот тут тоже сокращенный. Вот эта вот затянутость Звягинцева — это один из элементов его почерка. Ну, примерно так же, как Тарковский говорил: я хочу своей длиннотами своего, да, фильма вывести зрителей из себя. Да, потому что, да, по сравнению с Тарковским, Звягинцев очень как бы. Лаконичен и краток. Да, все познается в сравнении. Скажите, а как вы считаете, вот если бы устроить такой краудфандинг, так сказать, скинуться на новый фильм Звягинцева, как вы думаете, собрали бы вот люди необходимую сумму для съемки нового фильма? Ну, с большой вероятностью, да, но тут больше вопрос о технологии краудфандинга, чем о самом там персонаже Звягинцева. То есть под Звягинцева собрать можно, и найдется в стране условный миллион человек, который скинется по 1000 рублей, чтобы снять, иметь большой бюджет у Звягинцева. А если какой, это организовать. А какой все-таки вот этот сюжет, какой замысел, какой проект люди бы согласились, ну, профинансировать? Вот что вы ждете от Звягинцева? Ну, вот какой бы фильм вы хотели от него увидеть? Вот я даже скажу, что люди бы согласились профинансировать проект, который Звягинцев бы сказал: слушайте, я вам не скажу, что я буду снимать, увидите все в конце. Мне нужно год на подготовку, через 3 года я вам сниму, и тогда увидите, на что вы скинули свои, дали свои деньги. Вот на это люди гораздо охотнее бы скинулись, чем на то, если бы он рассказал: слушайте, я хочу снять фильм про взаимоотношения там Путина с Медведевым, да, вот давайте я сниму на это, дайте мне денег. На это было бы неинтересно, на это там лучше Навальному отдать. Вот. Поэтому предложить что-то Звягинцеву довольно нелепо. Опять же, человек сам рождает сюжет. И сказать, что а я от тебя хочу вот это вот, но он не работает, ну, а под заказ. Он же, да, не работник литературного журнала начала прошлого века. А что бы вы хотели увидеть от него?
Ну, по большому счету, у меня, наверное, здесь тоже такое доверие Звягинцеву. Вот что бы он снял, то бы я и хотел увидеть. И, да, как бы, опять же, вот с художником я ничего не хочу увидеть, что бы мне художник нарисовал. Мне интересно, как он видит все. Как любой, вот если взять любимого художника, вот как он видит мост, как он видит человека, как он видит себя, как он видит небо, как он видит землю. Это все интересно, как он видит это. То же самое Звягинцев, интересно, как он видит что угодно. Да, вот я на все смотрю, как он видит однополые браки. Интересно, ну почему нет, да, в общем, интересно, как он это снимет. Как он видит, не знаю, воспитание детей. Интересно, да интересно. Ведь такой фильм можно снять на простую любительскую камеру, вот как да? у меня предположено. Да? Почему он не снимает? Я знаю, Тарковский в конце жизни мечтал освободиться от кинопроизводства и снимать фильмы на любительскую камеру, чтобы ни от кого не зависеть. Я не исключаю, что сейчас он этого не снимает, потому что это слишком общее место, и сейчас это делают все. Да? То есть снимать как бы профессиональные фильмы на любительскую камеру или там даже на iPhone, это сейчас какой-то такой общая мода. А ему все-таки не интересно быть как все, ему нужно быть скорее как не все. А я в это время я буду снимать простые сюжеты бытовые на профессиональном оборудовании, да, с профессиональным подходом. Когда все немножко откачнутся от того, что давайте я буду снимать на iPhone, возможно, Звягинцев придет туда. И он как раз человек, который меняется, в отличие от, там, возможно, многих других, и сам себе он это не до конца признает, но он меняется, и он явно готов идти в какие-то новые... Но все-таки что важнее для зрителя, все-таки кино снимают. Ты можешь снимать фильм свои и смотреть у себя дома. Но если ты выходишь к зрителю, ты все-таки должен немножко думать о зрителе. Все-таки о восприятии. И как вам кажется, все-таки для зрителя важнее замысел, какая-то мысль, ну, какая-то, может быть, даже актуальность или просто изображение? Тут, опять же, вот как и Андрей говорит, что люди разные, так и зрители разные. Вот для меня важнее изображение. Для меня, в общем-то, то, что говорит, то, о чем говорится в фильме, это чуть вторичнее. Я больше считываю с изображения, чем с игры актеров, чем с монологов, чем с какого-то закадрового текста. Вот изображение для меня гораздо больше дает информации, чем все остальное. Для кого-то наоборот. Ну, изображение хорошо, как бы лучше было бы, конечно, поярче цвета, почему-то блекловато, да, как-то не весело, но зато игра актеров и монологи замечательные, и все это искупает. Поэтому вот здесь вот что важнее, да, собственно, важнее какое-то попадание в зрителя, но не попадание осмысленное. Дай-ка я узнаю, чего он хочет, и я дам этому зрителю то, чего он хочет. Нет, вот, на мой взгляд, Звягинцев как раз делает то, как он это чувствует, а то, что находятся люди, которые это воспринимают, ну, очень хорошо. Но мне кажется, что не найдутся, не найдутся. Все свои фильмы фактически он снимает о себе. У него такой комплекс какой-то неполноценной семьи, нелюбви. Думаю, он кочует из фильма к фильм, кочует, и он никак не может избавиться от этого комплекса. Ну, это комплекс человека, да, это комплекс человека, который так или иначе размышляет и живет, и понимает, что он не самый счастливый на свете, что жизнь устроена не так просто, что он не самый умный, там, то есть, в принципе, он вот человек, который пытается понять, что происходит вокруг него. И, в общем, хорошо, что он пытается это понять и на каком-то таком языке, который многим интересен. Ну, как Тарковский, по-моему, говорил о том, что каждый художник практически все равно пишет о себе, снимает о себе. Ну, естественно, да. Не знаю, Тарковский ли это вообще тоже такая какая-то достаточно общая художественная мысль. Поэтому Феллини, Антониони все о себе снимали, о своих комплексах. Все то же самое. И Бергман. Как в психологии идут люди, у которых не в порядке с психикой, они идут в психологию изучать, да, соответственно. Люди, которые хотят до конца в себе разобраться, они могут идти в режим. Вы можете назвать фильм, который вот для вас, ну, как бы, фильм, который бы вот, ну, вам очень нравится, ваш любимый фильм и так далее. Вот я могу сказать про себя в качестве примера. Мой любимый фильм «День сурка». Ну, по сценарию, по идее, по всем-всем параметрам. Мой любимый фильм, я могу смотреть его бесконечно, но и смотрю Тарковского и другие фильмы. Но «День сурка» для меня идеальный фильм. Ну, для меня, наверное, в этой степени...
такого любимого фильма трудно назвать, то есть много любимого и у того же Тарантино, и у того же Джармуша. Ну вот то, что вы смотрите, когда у вас там плохое настроение, чтобы вот, ну вот... Я ни один фильм не смотрел больше 3 раз. То есть максимум для меня вот любимые фильмы, это фильмы, которые я посмотрел 3 раза. Потому что за пределами 3 раз начинается уже какой-то... Я про себя так сказать не могу. Я «Сталкер», «Солярис» смотрел 100 и больше раз. Я же поэтому и не говорю, что «а все остальные, а кто так не поступает, те идиоты». Нет, да, я говорю, что я вот больше 3 раз для меня это... Я не могу стихотворение больше 3 раз прочитать, да. И мне оно очень понравилось, значит, я через год его еще раз прочитаю. И мне опять понравилось, значит, я его еще через 2 прочитаю, и все. И больше я их не буду читать. Все, 3 раза, ну, хватит. Поэтому, нет, давайте этот вопрос... И тем более я отвечу сейчас сегодня что-то одно, а через месяц у меня будет уже другой любимый фильм, а про этот я забуду. То есть я что-то выужу из сознания, но это будет, в общем... Ну, а что то есть скорее по режиссерам, да, этого там Вуди Аллен, это Тарантино, это Джармуш, и это кто-то, кого я забыл, да, как-то только а что. Бертон, да, забыл Бертона. А что бы вы пожелали вот Андрею Звягинцеву? Я бы, может быть, пожелал ему вот, ну, у меня нет ощущения, что он нашел своих актеров. Мне кажется, что ему бы было легче чуть-чуть работать, и, может быть, чуть-чуть вот стало бы попроще, если бы он нашел своих актеров, с которыми бы работал, ну, более или менее постоянно. Хотя это, опять же, это было бы, это, возможно, это будет уже не Звягинцев, а Бертон тогда, да, вот как здесь ты тоже вот не угадаешь. Может быть, найдя своих актеров, он перестанет быть самим собой.